время, когда многое зависит от нас самих. Время, когда приходится давать твердый и убедительный ответ о своем уповании, о своей вере тем, кто не желает благополучия стране, те, кто не желает видеть наш народ благополучным и счастливым, и те, кто уже сегодня внес разделение и смуту в наше братское общение, в общение славянского народа на земле украинской. И мы поднимаем купол и строим храмы в ответ нашим всем недругам. Какие бы санкции ни вводили, мы переживали трудные времена и годы блокады, и военных лихолетий, но всегда наш народ выходил победителем, потому что сила совершается, Божия совершается в немощи. И если нас постигают скорби и испытания, то мы не можем предать веру своих предков, не можем предать великую историю. За много десятилетий здесь, на Выборгской земле, строится храмовый комплекс, посвященный Успению Божией Матери. Этот один из храмов этого комплекса в честь священномученика Игнатия, человека, который своей верой, своим крепким убеждением не побоялся врагов, не побоялся гонителей, но, приняв от них смерть, засвидетельствовал тем самым свою приверженность к Богу, свою к Нему любовь. Мы сильный народ, мы все переживем. Переживем трудности и кризисы, если мы сохраним веру, если мы сохраним свою историю. Вот дай Бог, чтобы и строительство храмов увеличивалось, и наш народ перестал дремать и вспомнил о том великом призвании, которое он от Бога имеет, о той великой силе, которую Господь наделил. Я всех вас поздравляю с праздником!